Пришли вот здесь, прошли под мостом. Да, и пошли дальше по Посадскому берегу, вот здесь, вот с этой стороны. Что такое концертная зона? Использование экологичных материалов и сохранение культурной самобытности Звенигорода – главные пожелания местных жителей по благоустройству береговой зоны. Своими силами активисты подготовили эскиз будущего проекта. На карте велопешеходные дорожки, подвесные мосты, спортивные смотровые площадки. Это исключительно для пешеходов, велосипедистов, то есть никакого транспорта, ничего лишнего вот здесь нам не нужно. Глава округа идею звенигородцев поддержал. По его поручению эскиз передадут проектировщику. Каждую локацию будут обсуждать и дорабатывать. Предлагаю тогда после майских праздников какую-то первую такую установочную встречу с проектировщиком в таком составе провести. На встрече горожане озвучили более бытовые, но не менее важные вопросы. Ольгу Ивановну уже 4 месяца беспокоит новое расписание 11-го маршрута. Перерывы между автобусами стали часовыми. Никакие претензии мы не имели. Вот я имею в виду, по крайней мере, весь 23-й год всех устраивало. А тут раз с января 2024 года вдруг расписание поменялось. Вопрос уже решается. Обещание вернуть в расписание прежние рейсы жительницу Звенигорода устроило. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».